Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь! Дорогие братья и сестры во Христе! Приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия! Мы с вами, отец Якуб и брат Алексей, который готовит видеоматериалы. Через несколько дней праздник Рождества Христова. Вспоминаем, как более чем две тысячи лет назад в Вифлееме родился Сын Божий от Девы Марии. Иисус Христос стал человеком для того, чтобы мы могли получить через него его жизнь, смерть и воскресенье, новую жизнь божественную. Давайте в рамках подготовки к Рождеству Христову сегодня поговорим про рождественский сочельник. Сочельник значит тот день, который предшествует непосредственно какому-то празднику. Уточняем, существуют разные сочальники – рождественские, перед рождественским, креща, крещенский – перед праздником Богоявления, если пасхальный – сочайник, то есть тот, который предшествует празднику Пасхи. Особый день, который действительно как-то привязан и готовит нас непосредственно к самому, самой радости, как мы с вами сейчас будем говорить, радости Рождества Христова. Как называется этот праздник? Начнем с этого, что в разных языках он абсолютно по-разному. Именно этот день сочельник называется. Официальное название по латыни звучит «Видилия Наталис Христи» что переводится на русский язык «Вигилия», значит «бдение Наталья с Христи Рождества Христова». Подразумевает это вечер и ночь ожидания бдения. Заканчивается период Адвента, и мы ночь, вот эту особую, с 24 декабря на 25, -го, особым образом отмечаем. Прежде всего, ну, как сказать, лишаем себе сна, потому что это радость бдения для того, чтобы встретить новорожденного богомладенца Дифлеябе. В, в других языках звучит этот день по-другому. Англоязычные страны называют это Christmas Eve, то есть Рождественский вечер. По-польски говорим просто Вигилия, Вигилия Божьего Народзения, Вигилия Рождества Христова. Ну что ж, в нашем языке по-русски называем этот день-вечер Сочельником. Уточняем, а что значит Сочельник? Сочельник, как говорится, слово происходит от слова Сочева. Ну что ж, так называли особое постное блюдо кутя или что-то другое из обваренных зерен пшеницы, иногда риса или чечевицы, которые были смешаны с семенами маковыми, миндальными, ореховыми и со, со специальным сочевым, то есть соком из семян и с медом. Что-то особая пища, особо, с одной стороны, постное блюдо, но с другой стороны, радостное блюдо, сочево. С другой стороны, сочельник некоторые считают, что слово это происходит от слова сочник или сочень, то есть от некой лепешки, которые пекли и как-то принимали, кушали по нашей тут традиции на Востоке лепешки на конопляном масле, которые готовили как раз в канун Рождества Христова. Как бы ни было, сочельник рождественский – это тот день, который отмечаем, который приходится на двадцать. 4 декабря. И что ж, раз столько разных названий этого особого дня, предшествующего Рождеству Христова, можно себе сказать, что есть огромное богатство традиций этого дня. С одной стороны, есть действительно то, что касается церковной жизни, формальной, вечерняя месса, ночная месса, что-то особо утвержденное церковью для абсолютно всех повестных церквей во всем христианском нашем католическом, скажем, мире. А что касается того, что предшествует особым образом в семейном кругу, это очень-очень отличается друг от друга. Поэтому как-то представить в общих, но каких-то характеристиках, что должно быть и как мы с вами должны к этому готовиться, и как мы с вами должны это отмечать, это весьма сложно. Потому что у нас, как мы заметили, может получиться так, что в одном приходе отмечается и в одних семьях, в одних общинах отмечается таким образом, в других совсем по-другому. Здесь такой стол, здесь такие блюда, в другом совсем, совсем по-другому. Здесь поются такие песни, а в другом месте совсем другие песни. И, а бывают страны, где вообще ничего не делается в этот вечер он ничем особым в домашнем кругу не, не отличается, потому что все празднование переводится непосредственно на 25 декабря, а 24 декабря вечером. Но существует лишь только, может быть, как эта молитва, ну и прежде всего подготовка к тому, чтобы стол на 25 сделать и чтобы вечером и ночью сходить на место. Давайте поэтому не удивляться, что может быть кто-то не услышит какой-то своей традиции в этих в моих здесь размышлениях, или как-то почувствовать, что здесь этого не было. Нет. Богатство нашей традиции вот именно заключается в том, что и нету какой-то одной формы, я бы сказал, правильной, как это отмечать. Главное чтобы отмечать. А если у кого-то нету никакой традиции, давайте ее потихоньку создавать из этих кусков, этих частей, этих аспектов, которые где-то у кого-то услышан. Почему нету одной, одной общей формы празднования сочельника по всему миру? Ну что ж, надо нам сказать, что прежде всего, что в этом сочельнике, в этом вечере отражается, с одной стороны, наша иудео-христианская традиция, основана на библейских текстах. С другой стороны, в этих же самых традициях отмечаются и проявляются некие поместные традиции, обряды христианские, ну и дохристианские, которые где-то были потом христианами приняты и в дальнейшем как-то приспособлены. Это и сопровождает определенная географическая ситуация. Снег на улице и елки, которые можно себе поставить. Но представьте себе елку в африканских странах или снег в какой-то очень теплых странах. Какое-то дерево, которое можно было бы украшать. А если, то какое? Поэтому и географический аспект на это влияет, и так, точно так же то, что на столе. Ведь в некоторых странах есть поста, а в других странах как-то поста не существует в этот день. Богатство, которое вытекает из традиций, и нету одной, еще раз, как сказать, правильной формы празднования, как отметить этот день. Давайте в общих чертах поэтому пройдем и подумаем, а как нам на самом деле войти в этот вечер. Уточняем, что праздник... Рождества Христов – это праздник, который появляется только в IV веке христианства. Мы помним уже за вами, что его история не совсем уже такая древняя, как других праздников крещения, богоявления других. Нет, он в IV веке. Соответственно, и сочельник, тот день, который предшествует, тоже имеет достаточно ограниченную форму и, скорее всего, напоминает те празднования, как говорится, которые где-то еще в дохристианском мире отмечали, как некие праздники Сатурнали, то есть та неделя перед зимним солнцестоянием, которое потом то перешло и стало основой для введения праздника Рождества. Христова. Идем по этому сторону, как отмечать, что сделать, как себе правильно подготовить к этому, к этому празднику. Видилия и Видилия Наталья с Христом. И прежде всего мы улавливаем этот момент, то, что надо как-то совершить бдение, бдение, которое включает в себе аспект семейный и с другой стороны церковный в кругу семейном, домашнем и в приходской нашей церковной общине. Два аспекта безусловно очень важны в этот день, в этот вечер. Давайте начнем сначала с этого домашнего как готовиться к сочельнику. К сочельнику надо готовиться уже за несколько дней, а некоторые хозяйки даже за несколько недель именно до этого дня. И, ну что ж, дом должен быть уже готов к грядущему празднику на сочельник, то есть до блеска вымыт, убран и украшен. Поэтому весьма важно, чтобы в этот день, к этому дню, какие-то украшения появились, или в окнах наших, или ну, рождественская вот, елка какая-то устроена где-то, или какие-то другие мотивы христианские, которые бы нам напоминали внутри нашего дома и на улице то, что это непростой день, что это особый день и вечер нашего звденя. Поэтому ставится елка, украшается Рождественское разными аспектами. И эта елка, мы с вами, может быть, отдельно поговорим, символизирует, конечно, древо жизни, райское древо. Сейчас оно имеет уже другое значение. Во многих других странах принято также вешать Рождественский. Венок, где куда, венок на входную дверь дома обозначает это, что здесь живут христиане, которые ожидают Рождества Христова. Часто делается также ставится самодельные вертепы. у нас такой малюсенький, но все-таки можно в семейном кругу уженения непосредственно в сочении, за несколько дней до этого какой-то сделать, приготовить с детьми. И тут надо сказать, что традиция создавать вот готовить вертепы, она гораздо старше, ну, чем украшать рождественские елки. Все это, это гораздо моложе традиция, чем как раз вертеп. И та более такая я бы сказал, привлекающая детей и имеет такой поучительный достаточно характер. Можете найти в разных местах, в разных ситуациях, ну подсказки, как создается хотя бы бумажные вертепы из фигурок. Просто и хотя бы вырезать на открытке, показать, чтобы была какая-то сцена Рождества Христова. Конечно, в храмах наших приходов эти вертепы готовятся и должны быть и в храме, может быть, перед храмом, для того, чтобы символизировали и напоминали нам об этом особом празднике. Что касается непосредственного дня сочельника, принято соблюдать в этот день пост. И пост это соблюдается, но по-разному. В некоторых странах подчеркивает, подразумевает он воздержание от мяса. В некоторых ситуациях, в некоторых общинах, в некоторых традициях полностью отказываются от принятия пищи до появления первой звезды, до этого ужина сочельника. Тут даты да, да, трапезы, но тут по-разному. Церковной официальной но ну, традиции, как сказать, учительства в этот день поста как такового нету, ни воздержания, ни поста. Все остается э, вот в решении как раз местных конференций и епископов э, с учетом также и местных традиций. И обычно, если где-то сохраняется и была традиция, например, воздержаться в этот день от мясных блюд, ну что ж, ну рекомендуется, советуется, давайте под поддержать эту традицию. Это также, э, когда уже непосредственно подходим к вечеру, касается тоже и рождественского, ну вот этого, вот этой трапезы вечерней насочельник, что не употребляет мясных блюд, то тем более, ну в общем, спиртных напитков, и к этому это тоже основе, от, относится. Но уставом церковным не не предписан пост в этот день. Готовимся к вечеру, есть уже все, есть елка, есть вертеп, готовим наш праздничный вечерний стол. И когда начинаем, то есть к этому столу Стол накрывает, как обычно, белой скатертью. Под скатерть иногда кладут сено, как воспоминание о сене в яслях. Обязательно должна быть свеча, свеча, которая символизирует живого Христа, свет, который воссиял ночью. Ну что ж, и... Приготавливается столько мест, сколько участников, но вот этой трапезы должно быть и обычно одно место лишнее. Почему свободное место для, остается по традиции для возможного нежданного гостя? То есть и тот, и кто, кого мы не ждали, но может застучать в этот вечер к нам, и чтобы его принять. Как говорится, в этот день ты не можешь отказать человеку и сказать ему, я тебе не приму. В этот вечер ты должен принять каждого у себя дома. В память чего? В память, конечно, того, что сам Спаситель, который родился, не было для него места в гостинице, в домах Вифлеема. И поэтому раз тогда не было, мы хотим сделать ему место у нашего стола, лишнее, дополнительное место вот именно для него. Ну и можем себе сказать, это место тоже для всех тех, которые в этот день не могут быть вместе с нами, и которые по разным причинам не в состоянии прийти и сесть за стол вместе с нами. Может быть потому, что далеко живут, может потому, что болеют, а может потому, что уже ушли из этого мира, это место также для них, в память о них. Мы не одни. В этот день, в этот вечер чувствуем особое поэтому единство этого видимого мира с невидимым миром. И потом еще, скажем, с этим животным миром и точно так же. Сколько блюд должно быть на столе? Согласно традиции, 12, причем постных блюд. Почему 12? Ну, конечно, по числу апостолов. Постных блюд значит без мяса и без алкоголя. Ну, есть традиция, когда в этот день есть только 7 или 9 блюд, нечетное число. И тут тоже есть разные подходы, разные традиции. Я говорю, есть постные блюда, но в некоторых странах, в некоторых ситуациях, как раз и в этот вечер вы можете встретить опять мясное блюдо какую-то утку или индейку или что-то другое мы не должны удивляться потому что формализма у вас здесь нету Идем дальше. С чего начинается такая трапеза? Ну, конечно, когда все соберутся, тихо, спокойно, появляется, как говорится, первая звезда. Эту первую звезду выискивают дети, как обычно, и говорят, вот и звезда, можем сесть. Символизирует эта звезда, вифлеемскую звезду, рождение самого Господа. Садимся за столом. Почему за столом? Дорогие, стол в юдео христианской традиции, в библейской традиции, имеет огромное значение. Это не место, а просто чисто общение, чисто покушать, принятие пищи. Мы знаем, что первое чудо совершил Иисус за столом, где в Кане Галилейской умножение Чудесная вина, потом во многих разных ситуациях встречался за столом с и грешниками, общался, а прежде всего пасхальная его вечер, то есть тот день, когда устанавливает Евхаристию, как раз все это произошло за столом, и мы Евхаристию принимаем тоже как трапезу за столом. Поэтому стол является чем-то больше, чем местом, вокруг которого мы можем собраться, обозначает общение, обозначает единство, обозначает самого Господа, который садится за стол вместе с нами и каждый стол символизирует в какой-то степени также и евхаристический стол тот весьма особый в котором мы причащаемся от тела тела и крови господней с чего начинается эта трапеза но ну, когда все тихо спокойно заняли свои места маричную молитву трапезу сочельника возглавляет отец семейства но если это отец, если кто-то там главный в семье. На столе зажигаются свечи, читается обычно отрывок рождественского э, Евангелия о Рождестве Христова, чаще всего Евангелия от Луки. Далее следует общая семейная молитва, которую тоже где-то можно скажем, найти или мы можем, можем потом выложить на нашем сайте. После этого ну, все садятся за стол, но до того существует еще особый обычай, опять в некоторых странах, в некоторых контекстах. Прежде чем приступить к трапезе, Участвующие обмениваются обладками, то есть неким пресным рождественским хлебом, который напоминает нам евхаристический хлеб. Он немножко тут другого формата, тем не менее он с того же самого создан, что и евхаристия, в которой мы причащаемся. Но символ хлеба тоже огромный, имеет историю, прежде всего символизирует евхаристический хлеб. Но, пражд... но кроме того, абсолютно тепло, любовь, семейные отношения, все, что нас связывает. И когда обмениваемся обладками, ты берешь у меня кусочек, я беру у тебя, поздравляем друг друга, желаем всего друг другу самого наилучшего, просим прощения, если надо, чувствуем, что я принимаю твой хлеб и даю тебе мой хлеб, значит, я хочу участвовать в твоей жизни, принимаю меня в свою жизнь. Символика Евхаристии, которая переносится, правда, в этот вечер и также, но в нашу жизнь. Давайте не забыть, что в Ифлеем обозначает дом хлеба, поэтому этот хлеб символизирует также и нам это местность, в которой родился Сан Христос. Каждый поэтому отламливает по кусочку обладку у каждого и произносит при этом свои поздравления и пожелания, потом эти кусочки съедаются. Ну и с этих 12 блюд постых, какие они? Ну что ж, тут сложно опять что-либо сказать, потому что есть что-то, что напоминает суп, борщ, что-то такое, свекольник, постная, может быть, есть что-то из крупы, есть какие-то вареники, ну и особым образом всегда появляется у нас и рыба. Рыба в той или в другой форме, ну, неважно, где-то она ест. 12, ну, по-разному, но ну, каждой вещи надо немножко попробовать для того, и тут входим уже в такой аспект не совсем христианский, чтобы было благополучие и счастье в следующем году. Дорогие, я сказал, этот вечер у нас особый. Он объединяет и христианские традиции, и все эти верования, которые где-то особым образом выходят за пределы как раз и нашей христианской веры. Вот я сказал участие, но вот тех, которые с нами не могут быть, а прежде всего какая-то открытость на животных. Поэтому есть 12 блюд, но те, у которых есть животные, в этот вечер особым образом помнят о своих братьях, братьях животных. Ну что ж, но ну, если у кого-то есть хозяйство, коровы или все остальное такого плана, то ну, идет к ним и в этот вечер как-то им дает, ну, как сказать, побольше, по, но обильнее покушать. Почему? Они были, они присутствовали к Рождеству э, Христовому, они согрели, как хочет традиция младенца Иисуса. Но мы можем всяких разных наших питомцев в этот день тоже покормить как-то получше. Это уже не христианская традиция, но, с другой стороны, чувствуем, что есть единство нашего мира, животного мира. И некоторые говорят, это абсолютно уже, что в этот вечер то можно навязать, даже с нашими животными пообщаться, что они в этот вечер и заговорят с нами на таком языке, чтобы мы их поняли. Вот так, как мы с вами сейчас друг с другом общаемся. Подходит и к концу трапеза, и в вот этот момент вечера обычно, но может быть это на следующий день, есть тоже традиция обмениваться подарками. Кто их приносит? Ну что ж, не приносит их Дед Мороз, приносит их Святой Николай и оставляет под елкой. В других традициях говорится, что приносит этот ангел, а еще есть те, которые говорят, что младенец Иисус приносит подарки. Все для того, чтобы этот день был особым, чтобы мы почувствовали, что Бог нам дал особый дар. Какой? Своего сына, который рождается в Вифлееме. От радости и счастья мы тоже хотим обмениваться всякими разными подарками и дарами. Некоторые этот момент оставляют на следующий день, на Рождество, но тем не менее эти подарки где-то готовятся, маленькие, симпатичные, всегда знак чего радость. И мира, и какой-то христианской символики, о которой я уже говорил. Сопровождает эту трапезу также и пение, колядки. Очень было бы хорошо, если бы у нас была возможность петь что-то вместе. Попробуйте. Но кроме того, ну, есть у нас возможность также послушать такие или другие калятки, но важно, чтобы петь от радости. Традиции здесь бывают совершенно разные. Не только пассивные, но и тоже как-то каждый из нас может что-то спеть в этот вечер. В последнее время, тоже из-за ковида, пандемии, когда не можем посещать друг друга, приглашаясь их тоже, может быть, в этот вечер посмотреть старые фотографии, может как-то посмотреть на какие-то наши архивы людей, которые с нами нету, чтобы в этот вечер привлечь на память всех этих наших близких, с которыми мы бы хотели быть в этот вечер, но у нас по той или другой причине не получается. Приступает к вечер, заканчивается этот радостный момент семейный и продолжается в форме чего? В форме общей молитвы, где? Ну что ж, в храме. Идем в сторону этого второго аспекта сочельника, то есть э, совместной молитвы вечера. Существует традиция, что где-то вечером сочельника есть одна месяца, еще около 7-8 вечера. Она еще имеет такой характер, как сказать, подготовительный. А Самая основная та, которой все как-то дружно хотят идти, это та, которая должна служиться в 12 часов, то есть в полночь уровно, так называемая пастушеская, в память о пастушках, которые первые пришли, ну вот, поздравить богомладенца. Помню, есть еще такая традиция, что следующая месса, вторая, которые служили иногда в два часа ночи или три, где-то так, это была ангельская месса в честь, в память того, как ангелы пели песни младенцу. И затем дневная месса 25 декабря, это была царственная месса, та в память о волохвах, которые пришли через некоторое время поздравить Иисуса. Но тем не менее самое главное, чтобы этот момент у нас, чтобы, чтобы каждый из нас пошел и участвовал вместе в этот вечер или на следующий день. Так или иначе участие считается в рождественской службе или вечерней, или ночной, или дневной. И только тогда, я говорю, полноценное наш сочельник и празднование имеет смысл, когда мы действительно с вами встретим Господа, где и когда в нашей приходской общине, когда встретим его в Божьем Слове, когда встретим его, когда принимаем причастие, когда увидим наш рождественский вертеп в приходе, когда можем поздравить друг друга, когда можем радоваться, принять радость другого человека и разделить нашу рождественскую радость. Дорогие соченики, богатые традиции. Я уже не буду говорить, что в других странах, потому что это без конца можно рассказывать. Самое главное готовимся к встрече Иисуса, готовимся в домашних наших кругах, готовимся в общине. Встреча, которая подразумевает и такую чисто человеческую радость, стол и какое-то украшение, чтобы выйти из этой бытовой, из бытового уровня, из этого, этой ежедневности. И несмотря на то, что, может быть, у нас будет рабочий день, чтобы почувствовать эту атмосферу и радость этого сочельника и Рождества Христова. Радость, которая дается нам от того, что Господь рождается, и радость от того, что мы, люди этого Господа, принимаем, и от счастья и радости хотим делиться этим с другими. Пусть эта радость, радость рождественская наполняет нас, и пусть поможет нам также творчески подойти к этому дню, и, чтобы мы не забыли, самое главное, здесь, среди нас, и есть и будет Иисус. Иисус Богомладенец, чтобы мы его не потеряли между этими двумя, готовя этих двенадцать, может быть, блюд или елки, или другие вещи, чтобы мы не потеряли самого главного в этот день, вечер и двадцать пятого. Это он, Богомладенец, который рождается для нас в Вифлееме и хочет с нами встретиться, чего от сердца всем вам желаю. Господь с вами и со Духом Твоим. Да благословит вас Всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Иисус, уповаю на Тебя.